Почти 3500 кубометров снега уже вывезено на снегоплавильный полигон. Второй день на улицах городского округа Мытищи техника и люди продолжают бороться с последствиями снегопада, обрушившегося на Подмосковье вчера, 13 февраля. Да, только почистили, вот и опять вдарило. Ну а что, куда зима? Скоро кончится, скоро весна, будет хорошо. Да, эта зима не балует сотрудников снегоуборочных служб. Накануне, сообщают синоптики, в регионе выпала четверть месячной нормы осадков. Сугробы вновь подросли на 5-7 сантиметров. Красиво, но с проезжей части и тротуаров снег придется убрать, причем в короткие сроки. Пешеходники, проезжая часть, остановки, дороги, в скверах везде, в парках вот везде, тут на Щербакова убираемся везде. Все, в общем, выбирать, где наши, значит, мы все убираем. На расчистку городского округа Мытищи от снега было брошено 55 единиц техники и более 400 рабочих. Спустя сутки снегопад прекратился. Крупные автомагистрали и узловые точки города уже освобождены из снежного плена. Поэтому сейчас работа идет в интенсивном, но не в авральном режиме. Сейчас уборочная техника работает 5 катапиллеров, 2 больших амкадора. И КАМАЗы, грузовики, и банки, и самосвалочки у нас работают. Единственное, что препятствует работе снегоуборочных служб – автомобили, припаркованные вдоль обочин. Даже здесь, возле площади Мира, где есть большая автостоянка, у тротуара ютится не одна машина. Говорю, убирайте, освободиться будет эта стоянка, в которой я со мной поругается. Этот участок дороги дворникам придется расчищать лопатами. Очевидно, что ручная работа требует гораздо больше времени, чем механизированная. Надежда Трифонова, Константин Химичев. Информационная программа «День».